Yeah. I don't got no type. Nah. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. Всем привет! Вы на канале NPlay. И знаете, что у меня такое хорошее настроение? Ну да, мы будем играть, ну, подумайте, мы будем играть в очень страшную, ну, страшную игру Гренни. А у меня веселое настроение, бо сегодня мы будем издеваться над бабкой. Просто издеваться над бабкой ее, как говорится, троллить. Давайте посмотрим. Мы не будем сегодня проходить игру. Вы набрали лайки, и, если честно, мне уже как-то в эту игру не хочется играть. Не знаю, что-то мне не хочется в нее играть, я не могу забагать бабку, я не могу так играть без багов. Я не могу в эту игру играть, хотя мог-то да, но сейчас я не могу реально, я забагать ее не могу, у меня ничего не получается. Так что давайте просто поиздеваемся над бабкой. Давайте изи выбираем. О, не, давайте даркер уберем. Все, вот так вот, погнали. Так, и что у нас здесь? Ага, бабка. Бабка, я знаю, как мы ее сегодня потроллим. Я в курсе. Ну, я не знаю, я не смотрела ничего. Просто посмотрим, как нас бабка будет пугать вообще, издеваться над нами. А мы над ней будем разбивать 100 год в ее вазу. Давайте посмотрим, что будет. Если все время разбивать ее вазу. Так, берем вазу, значит, и бежим в шкафчик. Вот сюда вот так, смотрите. Бросаем вазу и закрываем шкафчик. И смотрим, она сейчас приходит к нам, получается, бабушка. Смотрим на нее через дырочку. Так. Иди сюда, а потом мы обратно. Смотрите. Ой, мне страшно бросать еще раз вазу. Сейчас она уйдет. Вот это вообще троллинг, ребятки. Вы видите? Она капкан поставила в нашей комнате. А мы кидаем ее вазу прямо у нас в шкафчике. Давайте откроем, попробуем. Давайте еще раз кинем. Разбилась ваза. Упс. Опа. Она в эту сторону пошла. Она там капкан накрутила. Она тут не смотрела только что. Давайте вот так откроем двери. И закроем. Ой. Ой-ой, что-то она смотрит. Куда она пошла? Давайте откроем двери. Ой-ой-ой, закрываем быстро. Она нас заметила? Заметила. Нет, не заметила. Давайте еще раз кинем. Она нам что-то говорила. Привет. Бабка. А где ваза? Что-то нам говорила, я не... Ой, она нас заметила. 100% заметила. Ай-яй-яй-яй, она запугала. Ну ладно. А нам все равно, а нам все равно. Так, погнали. О, знаете куда? Погнали куда-нибудь погнали. О, кстати, давайте проверим, что у нас под кроватью есть. О, тут ничего у нас нет, здесь тоже ничего. О, давайте под этот попробуем. Мы сюда не можем залезть, понятно. Опа, валим отсюда. Она капкан поставила. Ой, ай, ай, какашка, ай, какашка. Ой, какашка, нам все, нам конец. Ай-яй-яй, же баба. Баба, не пугай нас. Ай-яй-яй-яй-яй.
Вот вонючка поставила капкан под дверью. Но там нереально было выйти с этой двери. Ах ты ж бабка! А как мы... Вот очень интересно, как мы сквозь дверь... Капкан стоит под дверью. Ну как это реально? Ну вот... Ой-ой-ой. Так. У нас под кроватью... Тихо! Что это? Что это? Блестит что-то, вы видите? Вот. Нет, тихо, давай. Тихо, бабка, нет. Ой, не понял. Ух ты! Получается... Как мы ложимся в угол кровати? Что за баг? Что за баг в этой игре уже новенький? Мы ложимся... Да мы не под кроватью лежим. Вот край кровати. Мы уже... А если просто лечь? Да мы тут появляемся. Ну, о, давайте бабку нашу. Вот, смотрите. Получается, мы вот здесь всегда. Вот, она нас заметит сюда. Давайте посмотрим. Кинем вазку. Берем вазу. Так, давайте сразу вот сюда. И вот так. Ух ты, ваза прям под нами. Вот, возле нас. Ой, я ничего не вижу, где бабка, конечно. Ладно. Ой. Бабка идет? Ой, стуль. Ой, бабка идет. Бабка. Нет, она... Как она нас достала? Не понял. Я не понял прикольчика. Как она нас достала вообще? В смысле достала? Как она нас достала от... Ой, мы уже все в этой. У нас все заляпано в... Вы поняли в чем? Так. Опа. Где ты, бабушка? Где она? Ну, мне стрёмно как-то ходить, так я не знаю. Ой, она разговаривает где-то. У нас тут все в этой варенье. Бабушка варенье сделала и облила нас своим вареньем. О, вот что это? Вот это. О, давайте кинем. И бежим под кровать. И что? Ай, она идет! Она идет, она идет, она идет! Как? Как? В смысле, она. Она сквозь столб. Сквозь ножку кровати. The last day. А что будет после пятого дня? Как вы знаете? Как вы думаете? Давайте сейчас посмотрим, что после пятого дня. У нас там будет очень-очень-очень страшно. Ну, игра-то не для маленьких детей. Так что... все понятно, что она страшная? Вот это вот что-то... Это баг какой-то. Так. Бабка... Ой, идет, идет, идет. Бабка идет, идет, зашла. И что? Опа! Есть! И она нас испугала. Молодец, бабка! Я тебя не боюсь, ты что вообще? Ой, что там? Ой, нас кинули в подвал. Вон бабка стоит. Ай! И нам это все сделают крдык. Ой, нет, это не то. Что нам голову отрубали. Нам когда-то могут голову. Сейчас нас напугает бабка. Очень страшно. Game over. Молодцы. Просто молодцы. О, давайте экстрим выберем. Посмотрим, что в экстриме у нас будет. Мы просто балуемся в этой игре сейчас. На данный момент. На данный момент мы балуемся, мы не проходим. И давайте закончим прохождение игры. Не мне на... Нравится, ну, все-таки как-то не очень я ее как-то люблю, эту игру. Я люблю веселые игры, а не такие всякие там хоррор, ну, я люблю хоррор. Хоррор игры всякие, ну, не такие, ну, просто. Ой, не понял, а что у нас темно стало? Это экстрим так действует? Ух ты, экстримчик, экстремалы.
Давайте сюда прячемся. Ой, быстренько, быстренько. Быстренько спрятайся, спрячься ты. Да спрячься, я хочу на бабку посмотреть, какая она будет. Она такая же будет, как и всегда. Ой, пришла. Ты экстремал бабка. Ой, бабка, бабка из экстремал, бабка экстремал. Супер бабка экстремал. Так. Бабка экстремал. Что ты делаешь? Что ты тут делаешь вообще? Ну, скажи. Ой, ой, бабка, бабка, не пугай меня. Не пугай, бабюра. Бобёр, не пугай меня. Опа, и под кроватку. Под кроватку, вот вазочка. Бабка, заходи к нам в гости. О-о-о, она, видели вы, какая она быстрая? Ничего себе. Она бегает как. Она меня найдет или что она сказала? Бабка, ты забыла вазу. Ой, я обратно вот. Ой, капкан кинула. Она капкан кинула. Как ты капканы кидаешь? Бабка, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бабушка, зачем она нас бьет? Что мы ей плохого сделали? Мы ее внуки или что? Бабку надо в психушку сдать. Я вам говорю. Кто тоже так думает, пишите в комментариях. Она вообще... Зачем над нами издеваться? Хотите, мы будем просто под кроватью целый день сидеть. Но нам надо отсюда выбраться, с этой мрачной темной комнаты. Ничего, мы страшно, мы хоть не выберемся, но мы все-таки как-то выберемся. Так, опа. О, давайте обратно такой троллинг проведем. Вот, давай, давай, давай. Только на экстремале уже. Она будет гонять как резаная. Опа, ой, бабка, бабка, извини, сори, бабка, сори, бабушка, сори, бабушка, сори, я... А она тут с палкой ходит. Ой, извини, бабка, я твою вазу разбил. Что мне теперь будет? Смотри, какое у нее лицо. Такое лицо. Все, она там мясо сырое, наверное. Ваза, падай. Есть. Где оно? Поиграй со мной в прятки. Поиграй в прятки со мной. Видите, какая она вообще. Опа. Прибежала. Вот это ты резвая бабка. Что она ржет? Что она нам сделала? Она капкан поставила? Где она делась? Алло? Чего она тут делает? Мне стрёмно, ребятки. В этом шкафу? В четырех стенах. О, давайте, давай, 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 берем. Ой, смотри, какая у нее морда. Ой, какой. Она капкан кинула. Пока, бабка. Ой, закрой. Закрой двери. Как мне взять вот эту вот штукенцию? Ой, ой, я в капкане? Не понял, я что, заглючился? Закрой, закрой, в смысле? Подождите, как я завис-то? Я-то не в капкане. Как я застрял здесь? Бабка. Вот такой вот сегодня, ребятки, троллинг был. О, давайте, о, нет, нет, так-то, о, так получилось. О, есть, отлично, давайте еще ее разок. Ой, ну разбейся, ваза. Ой, разбили. Ты как она летит. Летит, бабка, ты молодая. Ты так носишься.
Я так никогда не бегал. Давай, где бабка? Она очень... кто согла... Ой! Нет! 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 Вы что это было? Что это было? Закройте все экраны. Закройте глаза. Бабка, бабка, привет. В смысле как? Я не могу это до сих пор понять. Ну ладно. Все, ребятки, заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.